он в мечеть вообще не ходил. Отец одного из исполнителей теракта в Крокусе, Далерджона Мирзоева, заявил Раптли, что его сын не был религиозен. Он также рассказал, что за два дня до нападения, 20 марта, Мирзоев позвонил матери и сообщил, что собирается вернуться в Таджикистан из-за отсутствия работы в Новосибирске, где был временно зарегистрирован. США пытаются убедить союзников, что за терактом в Крокусе стоит афганский филиал ИГ, запрещено в РФ. При этом отец террориста Мирзоева заявил, что его сын молился когда хотел, а Коран даже не читал. 22 марта Далерджон вместе с тремя террористами подъехал на машине к Крокусу и уже на парковке начал стрельбу по людям. В здании за 15 минут он вместе с другими преступниками успел расстрелять десятки человек. После того, как был подожжен зал, он ходил и ножом добивал раненых. Он в мечеть вообще не ходил. Отец одного из исполнителей теракта в Крокусе.